Канал «Таежный обитель» приветствует вас. Сегодня я хочу показать вам видео «Игрушки из охотничьей избушки». Такое видео уже было на другом канале, но там Дима его убрал. А мне охота все-таки поделиться вот этим своим видом, если можно так сказать, творчества, рукоделия, которое я пронес через всю свою охотничью жизнь. В зимовье, когда вечерами, зимой, в 4 уже темно, и до 8 утра темно, успеваешь высыпаться, все буквально сделать, ободрать соболей, насадить их, отмять. Есть время, чтобы сделать приятное своим детям, внучатам, жене, знакомым, друзьям. Я занимался таким примитивным вырезанием. Начал я буквально с очень простого. Я не мог даже толком рисовать. Но вот это вырезание со временем мне привило такие, дало качества, что я даже и рисовать маленько научился. И вырезать, и с ножом обращаться. Не только показывать ножи, но и уметь этими ножами владеть, что главное, я считаю. Итак, игрушки из охотничьей избушки. Мне охота, чтобы и вы, мои подписчики, к этому пристрастились, особенно молодые. Оно не сразу дается, но постепенно, когда получается навык, и у вас это как-то вырисовывается, вам начинает это нравиться. Я вам вот этого и желаю. Итак, поехали по моим игрушкам. Вот я начну с кухни. Ну, кухня начинается с солонки. Там ложечка такая вот деревянная. Уточка с какими-то приправами. Разделочные доски. Вот петушок. Это дочка у меня петух, я ей сделал. Это такая доска. Еще одна солонка. Мишка косолапый. По лесу ходил и сюда прибрел. Это хозяин этой кухни. Такой Настин помощник. Еще один мишка. Ну, я как охотник медведей, конечно, люблю рисовать. А вот тут у меня черпаки. И разные там вазочки. Вот черпак такой интересный. Это вот у меня человек разинул рот, черпак хочет кушать. Вот такая вот композиция. Черпак. Само его, это такая штука, это рот у него. Вот такой черпачок. Вот такой. Вот они у меня такие черпаки. Насте нравится. Здесь вот тоже такая вот композиция. Настя ей пользуется. Она очень хорошая. Ну, оленьи рожки со стада. Это я в стаде вырезал. Это вот год зайца и кота я вырезал тоже. Ну и сочинил такой стишок. Год зайца и кота. Водка смерть, а жизнь вода. Мышка – это нынешний год. У меня много кто мышек. Зять, жена, внук и так далее. Это еще один охранник. Охранник кухни. С большим черпаком. Вот такой вот.
Теперь поехали дальше. Это прихожая у нас. И вот в прихожей вот такие вот маски. Они разные все. Ну, как Бог на душу ложит, так я их и делаю. А тут Баба-Яга охраняет. Куда-то полетела на своей ступе. А вот сова, знак мудрости. Она, кстати, сделана как вешалка. И вот если ее дернуть за этот крючочек, она откроет крылья. Вот так. Ну, а теперь поедем к игрушкам. Игрушки из охотничьей избушки. Ну, самое давно, очень давно я вырезал вот такого буратину. Потом, попозже мне захотелось вырезать еще одного. И я вырезал вот такого буратину. А и с этих произведений у меня еще вот сеньор Помидор и Чиполлино. Рядом лошадка. Вот разные вазочки тут. Черепаха. Мой любимый образ. Вот еще одна черепаха. Вот такая вот скапа. Это кап прикорневой. И вот скапа получилась такая черепа. Это Чебурашка. Вазочки, мои розы. Вот ваза с большого капа. Это был очень большой кап. Это частица. Здесь он был вообще огромный. Я его в Березняке нашел. Вот вазы разные. Я их дарю. Дочка уже меня ругает, что не надо, куда ты нам их. Но я все равно стараюсь сувать и говорю, потом дети разберут. Нынче год мышки. И вот я понаделал всяких мышек вот таких. Вот с ружьем. Внук Коля, он ходит на стрельбу, и буквально вот он в течение года сначала занял 3-е место по городу в своем возрасте, потом 2-е. И я ему сделал с ружьем вот на дальнюю дорогу еще мышка. Это Хрюша. Это Хрюша. Год прошлогодний. Это Хрюша, год мой. Вот я хотел подарить такую розочку вместе с Хрюшей. Ну, мышка еще одна. Тут 2 медведя. Один спит, другой сидит. Это тоже кап. Это кап. С капом интересно работать. Он красный вот такой получается. Это был год барана. Вот баран и козел с такими большими рогами. Это вот, при резьбе можно фантазировать, если фантазия позволяет, вы можете хоть как. Это вот с березы, очень твердая. Я сделал такие вот 3 тюльпанчика. Сова, знак мудрости. Сова. Она внутри у ней пусто. Она там что-то лежит. Это вазочка. Это вазочка. И опять пошли мышки. Опять Коли с ружьем. Маленькая мышка. Еще одна маленькая. Это вот крыса какая-то, шушера. А это обезьянка тут затерялась. Вот такие игрушки с одной стороны. А теперь игрушки с другой стороны. Когда-то я еще Насте делал своей дочке вот такой самолетик, вертолетик. А вот уже внук сделал самолет. Он
берет пример и делает точно так же, как я. Вазочки разные. Это стульчик, кстати, тоже сделанный мной. Его. А вот этот маленький стульчик, это я делал Насте лет 30 с лишним тому назад. И вот он до сих пор живой и верой и правдой служит. На нем такой носорог. Еще хотел сказать, вот эту вазочку, это уже Коля внук сделал в 4-м классе. Я ему доверил, и он попросил, и я ему доверил. И вон вот с ольхи по коре, потом по ней легче резать, по дереву пока еще рано, я боюсь, он порежется. А вот по коре он сделал. Вот это красная ольховая вазочка, она вот сама такая красная получается. Ну, это собачки, я их вам уже показывал, но тут уже... Заодно как бы я их еще раз покажу. Вот они, тут всякие разные. Это Асе был год собачки, и я ей их наделал очень много. Это шкаф Коле я сделал, это уже дома. Вот медведь вместо ручки, и раздвигается, там у него белье его находится. Тут... Африканские мотивы. А, нет, это хрюши, извини. Это хрюши. Вот кабаны тут дикие, хрюши. Верблюд затесался. Вот такие вот интересные хрюши. А вот африканские мотивы. Вот это крокодил, бегемот, носорог. Там слон, опять верблюд затесался. Это мамонт или слон, мамонтенок. Вот это африканские мотивы. А вот это вот наверху у меня быки Коля заказал. Деда, сделай мне. Ну, я ему сделал вот с такими страшными рогами. 3 быка. Одного сделал, потом он еще давай. Вот ему нравится, он с ними играет. Мне приятно, что иногда он, к нему приходят друзья, они разлаживают и играют. А это очень давно, это спряталось, я только сейчас заметил. Это такой гимнаст, ну, тоже. Ну, вот. Это игрушки. Но это еще не все. Сейчас мы поедем еще в одно место. Это еще вот тут. Вот волк на дальнюю дорогу. Вот такой волк. Зеркало с оленьими рогами. Это тоже я делал сюда дочке. Это очень давно, 2002 год, 18 лет этому зеркалу. Сова вот такая. Вместо глаз гвоздики со шляпками. Шкафчик. Это дочке я делал, Насте. Ему лет 30, наверное. Вот там снова вазочки. Такой гусь. Белый гусь. И вот еще тут такой шкаф. Это я тоже дочке делал давно. Лет 30. Это вот геометрическая резьба. Она несложная. Это вот геометрическая резьба. Она очень простая. Вместо ручек у меня вот головы медвежат. Вазочки. Вот там заяц, спортсмен. Тоже написано Настя.
И 93-й год. Вот этому зайцу, штангисту, пенек поднимает. Вот с 93-го года. Там вот еще какие деревяшки. Я даже их не вижу. А вот вазочка. Вазочка вот такая. Настя их прячет уже далеко. А вот с днем рождения. Я даже не знаю, кому делал. Уже забываю. Это год дракона. Вот такой дракоша. Год петуха. Это дочки Насти. Вот там вазочки. Год тигра. А это прорезную я попробовал вазу делать. Вот такую. Ну вот, что мне хотелось показать. Ну что, канал «Таежная обитель» вам показал, что хотел сегодня. Желаю всего вам доброго, удачи, радости, здоровья, гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока.